Неспокойно сегодня и во Франции. 17-летний подросток открыл стрельбу в здании колледжа. Инцидент случился в городе Грасс на юге-востоке страны. 8 человек получили ранения. Подозреваемого задержали. Ранее он не был известен службам полиции и разведки. По предварительной информации, главной мишенью был директор учебного заведения. А в Париже трагедия произошла в офисе Международного валютного фонда. В результате взрыва ранена женщина. Пострадавшая открывала пришедшую по почте посылку, когда раздался взрыв. Президент Франсуа Олланд уже назвал случившееся терактом. Позже стало известно, что греческие леворадикалы из группировки «Заговор пожарных» взяли на себя ответственность за происшедшее. Глава МВФ Кристин Лагард осудила этот инцидент, назвав трусливым актом насилия. За несколько дней до этого осуществлялись телефонные звонки с угрозами. Однако пока неизвестно, связаны ли они со взрывом. Посылка взорвалась, когда секретарь пыталась ее открыть. Похоже на пиротехнику или даже большой фейерверк. Это самодельное устройство, ни в коем случае не бомба.